Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы рады вам представить нашу помощницу. Познакомьтесь, наша посудомоечная машина Electrolux. Она имеет у нас две корзины. На верхней корзине мы ставим стаканы разной длины, чашки и небольшие тарелки. На нижней корзине у нас стоят столовые приборы, кастрюли и тарелочки в ряд. В посудомоечной машине можно пользоваться ополаскивателем и солями, но я предпочитаю использовать таблетки, капсулы, которые загружаются вот в это отверстие. Вот так оно все защелкивается. Теперь мы нажимаем кнопку «Пуск». У нас есть несколько программ. Расскажу о любимых. Значит, первая программа имеет, ну, как бы, использование не более 50 градусов. Вторая программа от 45 до 70. Этой программой я пользуюсь очень часто. Так как я пользуюсь капсулами, то я нажимаю вот эту кнопочку, которая переводит мою посудомоечную машину в режим использования капсул. Существует еще несколько программ. Их можно ориентироваться по температуре и по мере загрязнения. После того, как мы нажали выборочную программу, которая нам необходима, мы закрываем посудомоечную машину, и она начинает работать. Посудомоечную машину мы приобретали в М-видео, и очень рады, что она у нас есть. Всего доброго. До свидания. М-видео. Нам не все равно.